Смотрите в следующем выпуске программы «Время здоровья». Что такое катаракта и как ее распознать на ранней стадии? Как проходит процедура диагностики? Сколько стоит операция и есть ли возможность провести ее бесплатно? На вопросы ведущий ответит кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог Евгений Батьков. Премьеру передачи «Время здоровья» смотрите 12 декабря в 20:00 на национальном телевидении «Чувашии».